Собственная квартира – это не просто вопрос удобства, а целый мир возможностей, который открывает новые горизонты для счастья и самореализации. Но в условиях растущих цен на недвижимость накопить необходимую сумму на покупку жилья зачастую становится невозможно. Преодолеть этот барьер позволяет ипотека. Ипотека – неотъемлемая часть сделок с недвижимостью. На сегодняшний день в России около 70% недвижимости продается с помощью ипотеки. А какую самую выгодную ставку на сегодня взять по ипотеке, вам расскажут в этажах. Ипотека – это не просто способ получить деньги на покупку квартиры или дома. Это возможность реализовать свою мечту о собственном жилье, обеспечить стабильность и комфорт для себя и своей семьи. Но большие ставки и переплаты, которые образовались после поднятия Центробанком ключевой ставки до 18%, пугают. И многие люди не могут позволить себе взять ипотеку. Если брать среднюю ставку 21% по банкам, то, взяв ипотеку на 6 миллионов рублей, у клиента будет платеж 105 тысяч на 30 лет. Конечно, далеко не каждому клиенту такой платеж комфортен. Однако, как показывает практика, получить действительно выгодные условия по ипотеке возможно. Многие покупатели даже не знают о существовании различных способов снизить процентную ставку, но зато о них знают все специалисты компании «Этажи». Например, это покупка ставки. Как это работает? Если мы берем эту же самую ипотеку на 6 миллионов рублей, то клиент может дополнительно заплатить в банк комиссию в размере 900 тысяч, примерно 15%. За счет этого у клиента опускается процентная ставка в среднем до 14%, благодаря чему ежемесячный платеж уже будет составлять в среднем 71 тысячу. Если брать весь промежуток 30 лет, то чистая выгода клиента составляет более 12 миллионов, заплатив разом всего лишь 900 тысяч. Звучит соблазнительно, но где же взять дополнительные 900 тысяч помимо первоначального взноса, чтобы воспользоваться таким предложением? Оказывается, и тут есть лазейка, которая поможет приблизиться к заветной мечте о собственной крыше над головой. В таком случае есть возможность эту сумму комиссии заложить в тело кредита. То есть у нас сумма ипотеки увеличивается с 6 миллионов до 6900, но ставка за счет этого опять-таки снижается до примерно 14%, благодаря чему у нас ежемесячный платеж от первичных 105 тысяч опускается до 81. Опять-таки чистая выгода клиента более 9 миллионов рублей. То есть какая бы ставка ни была, если у клиента есть желание оформить ипотеку, если он хочет приобрести жилье, благодаря различным программам мы всегда сможем подобрать для клиента уникальное и выгодное решение, которое будет комфортно и удобно именно ему. Чтобы понять, какая ипотечная программа будет для вас оптимальной, можно предварительно провести все расчеты на сайте этажи.ком. Там же можно записаться на бесплатную онлайн-консультацию. Опытные менеджеры помогут сравнить различные варианты и выбрать максимально выгодные условия. Вы увидите, что собственная квартира – это не далекие мечты, а реальность, которая может наступить уже завтра.